Когда ваш проект почти закончен, вы хотите создать какую-то презентацию вашего проекта. Это может быть изображение, видео или какой-то интерактивный опыт. Может быть VR, видеоигра или дополнительная реальность. Как правило, для такой работы необходимо создать какой-то контекст, какую-то сцену для вашего объекта. Этот этап называется созданием сцены. В создание сцены входит несколько разных объектов. Во-первых, вам нужно импортировать в одно место все материалы и объекты, которые вы создали. Дальше вам нужно настроить необходимую композицию, добавить освещение и ракурсы. Модели, которые вы импортируете для создания одной общей композиции, должны очень хорошо сочетаться. Это означает, что вам нужно обращать особенное внимание на масштаб модели. Большинство 3D-приложений могут работать с единицами измерений, вроде сантиметров и метров. И они позволяют вам измерять размер вашего объекта. Используя операции масштабирования внутри 3D-пакета, вы можете спокойно поменять и подогнать размер объектов друг под друга. Вместо того, чтобы размещать каждый объект вручную, есть ряд инструментов, чтобы упростить вам жизнь. Некоторые приложения помогают вам процедурно размещать объекты, некоторые дают набор инструментов для быстрого размещения объектов и присоединения, допустим, их друг к другу. Добавление источника света – это еще один важный этап для создания хорошей сцены и презентации вашего объекта. Вы можете спокойно разместить источник света где угодно. Это могут быть слабые источники света, так и сильные источники света. Вы также можете создать освещение на основе какого-то изображения, что по сути даст вам более реалистичный источник света. Таким образом, вы сможете спокойно интегрировать 3D-изображение в фотографию. Также вам нужно настроить ракурсы, которые подходят для конкретно вашего объекта и которые презентуют его лучше всего. 3D-приложение позволяет вам создавать несколько разных камер и сохранять ракурсы, которые вы сделали. И очень часто в этих камерах вы получаете еще реалистичные настройки камеры, вроде фокусировки, размера линзы и прочее. И такая гибкая работа с камерой позволяет вам очень гибко перемещаться по сцене и искать подходящие вам ракурсы. Освещение при этом зависит от вашего текущего ракурса. Помните, что блики, то, как ложится свет на модель, тоже очень сильно влияют на композицию и ракурсы вашей камеры. У вас всегда могут быть такие нюансы, как, допустим, тень, которая отбрасывается с другого объекта, который находится вне ракурса вашей камеры, на ваш ключевой объект. Вы также в вашу сцену можете добавить немного движения, чтобы оживить ее. Это можно сделать разными способами. Обычно любой объект в 3D-сцене можно анимировать. Это включает в себя освещение, модели, камеры, материалы и прочее. Анимацию при этом не обязательно создавать именно внутри сцены, вы можете импортировать ее отдельно. Допустим, вы отдельно можете импортировать анимацию персонажа, когда он ходит и стоит, и настроить переход между этими двумя анимациями. Для интерактивного больше поведения вам нужно настроить еще определенную логику, которая позволяет персонажам перемещаться. Термин рендер обозначает создание визуала из 3D-данных. Технически, даже изображение низкого качества из 3D-сцены тоже считается рендером. Обычно, однако, рендером мы все-таки больше называем изображение высокого качества. Как только вы нашли необходимую композицию, вы готовы экспортировать финальный результат. Если, допустим, результат у вас не интерактивный, тогда вы рендерите его в виде изображения или в видео. Интерактивные же сцены можно экспортировать целиком, чтобы, допустим, потом импортировать их на страницу веб-сайта или в виде отдельного приложения. Есть два разных метода для рендера. Offline рендер, то есть рендер не в режиме реального времени, и рендер в режиме реального времени. Offline рендер — это любой рендер, который не является интерактивным и не быстрый при этом. Это рендер, который может занять от нескольких секунд до многих часов. Это рендер, которому нужно время на расчет реалистичного освещения и поведения материалов. Как правило, в таких ситуациях размер текстуры или детализация меша не играют роли, потому что так или иначе вы получаете очень высококачественный реалистичный результат. Рендер же в реальном времени — это то, когда вы, допустим, вращаете вашу модель в 3D-приложении или играете в игру. Данный рендер делает очень большой акцент на скорости, когда у вас рендерится, по сути, куча изображений за секунду. Данный алгоритм рендера использует менее реалистичную модель освещения и поведения материалов, но при этом работает быстрее. Многие приложения могут делать оба типа рендера одновременно, но, как правило, рендер в реальном времени используется просто для предварительной версии, а финальная версия рендера используется уже в офлайн режиме. Неважно, создаете ли вы рендер в реальном времени или в офлайн режиме, распространенная практика — это прогонять вашу работу через постобработку или постпроцессинг. Изображение можно редактировать, как обычные там любые фотографии, а видео можно редактировать с помощью видеоредактора. Сам процесс редактирования не отличается особенно от редактирования обычного фото или видео. Вы просто вносите такие изменения, как, допустим, коррекция цвета, ретушь и прочее. И на этом все, на этом заканчивается ваш долгий, креативный, творческий процесс работы с 3D. Надеюсь, что данный процесс вас заинтересовал и вам понравилась сфера 3D так же, как она нравится нам.